Я Ульяна Чичулина, мне 15 лет, я из села Константиновка Амурской области. На проект я попала в 2013 году. Я когда пришла на урок, мне моя преподавательница сказала, что нужно записать видео одному очень талантливому человеку, чтобы пройти какое-то прослушивание. Мы отправили видео, и через несколько дней мне позвонили и пригласили на проект. И теперь я здесь. У нас 3 недели на подготовку к концерту в Москве. Неделю мы жили в лагере Топоркова, мы там все встретились, познакомились. Дальше мы пересели на прекраснейший теплоход «Президент», и теперь плывем по нашей замечательной Волге. На этом теплоходе замечательные условия для занятий. С нами работают великолепные педагоги и музыканты. Особо хочу благодарить таких музыкантов, как Загит Алыков, Александр Пакиченко и Анатолий Мочуленко. Помимо хоровых занятий и сольных номеров, мы останавливаемся в каждом городе и посещаем экскурсии. И у нас была очень замечательная экскурсия на теплоходе в капитанскую рубку. Художественным руководителем проекта является Николай Диденко, а управляет этот замечательный теплоход капитан по имени Урал. Я верю, что наш итоговый концерт в Москве пройдет очень успешно. Я жду нашей встречи через год.